Дорогие друзья, всем привет! Перед вами Horizon Forbidden West, и мы продолжаем прохождение сюжетной кампании. В данном случае мы находимся посреди пустыни, ну как посреди, у начала ее, можно даже сказать, потому что вот это у нас дальше территория, покрыта песками, и нам, конечно же, необходимо ее исследовать. И первый костерчик, который, ну, собственно, перед нами, вернее, лагерь, насытился, а что тут два квеста, я смотрю, господи. Это мне нужно еще вот этот квест выполнить, стоячие пески. Это тоже какой-то озера мне там дал. Буквально вот здесь где-то. А потом уже можно будет идти по основному сюжетному квесту «Море песков», то бишь найти Посейдона. И еще одну подфункцию Геи. Ну давайте, знаете что? Мы эти квесты успеем взять. Для начала давайте выполним стоячие пески. Они как раз таки рядом. И плюс ко всему, там у нас находится неподалеку Долина Шеи. Так, где там наш... Видимо, когтей и мощных челюстей было недостаточно. Так, четко по курсу. Пройдите к Долине Шеи. Скорее всего, квест с этим и связан. Вон, я его уже вижу отсюда. Смотри-ка, Долина Шеи. Мне не говорили, что он здесь. И вот мы на месте. Осталось теперь исследовать территорию. Похоже на снаряжение озера. Команда, о которой я слышал. Они выслеживали Длинношею. Что они хотели сделать? Не нравится мне это. Нужно посмотреть. Так, на меня пока что напасть никто не хочет, и это очень даже хорошо. Потому что... Нужно попытаться понять, что озера мы здесь делали. Хочется, чтобы было поспокойнее. Какая-то книжка. Я пока не разобралась, что здесь произошло. Нужно взглянуть поближе на лагерь Азеран. Похоже, Азеран использовали как этот гарпун, чтобы уничтожить машину. Видимо, она напала на лагерь. Может, мой визор поможет понять, почему. Итак, вот уже следы я вижу. Этих озеран убили машину. Значит, та, которую они уничтожили, была не одна. На шее. Получается, озера мы как-то взорвали. Баллисты. Гарпуны с тросами. Они... Они пытались убить Длинна Шеи. Значит, озера мы хотели свалить Длинна Шеи и разобрать его на детали. Тут-то машины на них и напали. Жаль, что не получится залезть наверх и оценить повреждения. Хотя... Я сама свалю Длинна Шею. И попытаюсь починить его на земле. Немного грубо, зато эффективно. Так, что-то сейчас интересное надвигается. Ну, давайте-ка попробуем. Так, Длинна Шея где-то справа сейчас должен появиться. Ага. Понятно, угол обзора у меня не очень. Ну тогда ждем, когда появится Длинна Шеи. Так, наш большой дружочек совсем близко. Куда же этой штукой стрелять ему? Ой,
можно попасть гарпуном в уязвимое место. Так. Могут быть неприятности. А еще мне нужны гарпуны. Думаю, нам здесь есть и другие баллисты. Что-то мне кажется, ага. К нам пришли ребята. Сейчас начнется какая-то поножовщина. Скорее всего, поблизости есть еще гарпуны. Нужно их найти. И с их помощью свалить для нашей. Опачки! Баллиста поможет справиться с машиной. Еще одна баллиста. И там есть один из нужных гарпунов. Чтобы его свалить, нужно попасть гарпунами в уязвимые точки брони. Сейчас по... Так. Попали. Еще одного должно хватить. Еще больше. Нужно поторопиться. Да что тут поторопиться? Кого мы тут боимся? Наверное, где-то там у нас, да? О, да-да, гарпунчик, я его там вижу. Ну, какашками в меня еще не кидались, а. Так, у контрапопили его, давайте быстрее подбираемся в к нашей баллисте. Использую его. Так, ништяк, ништяк. Так, вроде попали, нет? Попали, да. Ну-ка, давайте эту же птичку мы быстренько. Прости за это, здоровяк. Но только если хватит тебя, я смогу понять, что нужно чинить. Так, 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 вы не думайте мне там этот... ломать мою штуку. Вот собака. Сейчас я только до баллисты. Так, ух, ёпта. Приперлись все эти. Давайте-ка быстрее, 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 быстрее. Сейчас мы уделаем их этим гарпуном. Давай я сейчас хочу пальню разучу. Неплохо. Так, минус одна. Давай еще, еще. Все, кританули. Thank you.
ремонтом здоровяка. Все, всех машин мы уничтожили, все машины. Так, и материальчики ценные получили. Странно, что мой Т-рекс этот вообще ни разу и усом своим не повел. Ну что ж, что у нас тут длина шишка? Так, ну как новое, это прекрасно. Ага, наша территория чуть-чуть у нас развеялась. Так, и получается море песков, вот Посейдона у нас, это вот здесь. Здесь у нас пустынники вроде как находятся. У них там главная база. Ну что ж, погнали к нашим пустынникам. Там же вроде обратно мне никуда не надо идти. Так, море, вторая строфа, первая в небе. Так, ага. Ну, в целом. Можно с этим работать. Все, давайте тогда погнали. Падаю. Господи, что он там делает? А мы как на верблюде. По пескам, да по горам. Вот что очень интересно, да, лента рогов я тут вообще не встречал. Спускаться, ну, явно не хочет, да? Она что-то заметила. Гея сказала, я найду Посейдона здесь, но климат не пощадил местные постройки. Правда, руины засыпаны песком. Может, Посейдон под землей? Если это так, мне нужно поискать спуск вниз в одной из построек. Итак, нужно искать, значит, спуск вниз. Значит, нужно найти самое большое здание, я так понимаю. Там мне машина не понадобится. В смысле, что, на ней пройти-то туда нельзя? Сейчас, подождите-ка, тут что-то интересное есть. Понятно, эту штуку мне никак не разломать. Погнали дальше. Я была права. Там внизу что-то есть. Надо попасть внутрь. Разведчик в небе. Наверное, дрон циклон. Как бы извлечь из него данные? Да, действительно. Как бы это извлечь? Вот мы на месте. Сейчас как-нибудь доберемся до этого дрона.
Может, нужно на что-то залезть, чтобы запрыгнуть на дрон? Это само собой, но для начала нужно высоко залезть. Я пока этого дрона вообще не вижу, где он там летает. А, вот да наш. Так, давайте путь отобразим. Вроде отображен. Такс, дрона, ну я боюсь так прыгать-то. Расшибусь так в лепешку. Давай-ка в другое место немного подходи. О, да-да, вот здесь самое нормальное место. Так, заодно можно и осмотреться. Примерно, чтобы куда дальше мне там идти. Готово. Это мне и нужно. Ну, с троном разобрались, это хорошо. Так, карта. Ага, ух, какая большая территория-то, идти колотить. Конечно, нам примерно сюда, кажется. Погнали! Вот это какая-то зона отчуждения подозрительная. Всякие тут какие-то дракушки, вернее, эти орлы. Надо здесь все пошумекать, посмотреть. Ну еще как-то, может быть, внутрь зайти. Там вот что-то, да, что-то определенно есть. Эх, блин, не получилось. Сейчас, туда можно прям спланировать. Это не получается. Так, ну, по крайней мере, я знаю точно, что я правильно долблюсь. Надо куда-то сюда. Вот там еще костерчик, давайте активируем быстренько. Так, и вот так осмотримся. Опачки, там кто-то у нас есть. Морозильные снаряды тут не помогут. Уршуны сидят, засранцы. А это здание кажется неприступным. Давайте вот сюда попробуем. Так, где это, где это? Вот там. Не, ну как я здесь-то перейду, если невозможно...
пройти. Там эта штука закрывает. Ага. Идем, значит, по нашим этим вопросительным знаком. Вода льется из того здания. Это бассейн. Надо проверить. Ну, какие-то людишки там определенно есть. Снаряжение. Похоже. Почти достал. Я был так близко. К тому, чтобы утонуть, а не к всполохам. Морланд, ну хватит. Нет, я не сдамся. Тогда ты тут умрешь. Один. И мы даже не выловим твой труп из воды. Мы уходим. Мечтатель должен выбрать свою судьбу. Будет он жить или уступит смертельному соблазну? Привет. Значит, этот древний город в песках, он затоплен? И тут явилась воительница Нора. Да. А вы необычные собиратели, как я вижу. Кто-то здесь уже проходил. Что это? Это нырятельный пузырь. Первая модель. Вторая была лучше, но там воздуховод зацепился. Застряла под водой. Ты спускаешься в нем? Ну, не специалист вряд ли поймет. А это довольно умно. Прости, позволь напомнить. Ты в нем застрял и чуть не утонул. Но не хватает портативности. Коленная пластина машины? Понадобится фильтр. Синтетическая мембрана. И шланг к баллону со сжатым воздухом. Молоты, клещи. Что здесь происходит? Иди сюда. Она чужачка. Твое имя? Элой. Морлон. Уже не чужачка. Болван. Пошли. У меня тут есть мой старый чертеж. Погоди. Сперва парочка вопросов. Как скажешь, коллега. Коллега? Не слушай его. Что там такого важного, что ты рискуешь жизнью? Ну... Морланд, меня вообще не интересуют трофеи. Ясно? Все, что ты найдешь, твое. Ладно. Что, если я скажу тебе, что мы добываем самые ценные сокровища, вообще известные людям? Давай ближе к делу. Сразу к делу? Отлично. Узри. Всполох. С виду мусора кусок. Ну, сейчас да, но... Но, если подать искру, эти великие творения предтеч рисуют в воздухе завораживающие картины. И внизу, в руинах, их полно. Целое пиршество, услада для глаз. Как и рассказывал мне дедуля. Как твой дед нашел эти всполохи? Он был там. 40 лет назад. Один из первых походов за трофеями на запад. Он обнаружил этот древний город, постиг тайны его глубин и отыскал внизу зал со светящимися всполохами. Он забрал сколько смог и принес домой. Всегда хотел вернуться за новой партией, но не собрал средств на поход. А еще он мечтал устроить зрелище с помощью всполохов. Такое, какого мир еще не видел. Интересный у тебя дед. Истинный трофейщик.
и артист. Он умер. Но я исполню его мечту. Я найду всполохи и устрою зрелище, что и его потрясло бы. С твоей помощью, конечно. Значит, всполохи проецируют образы? Световые картины. Невероятные. Из этого представала самая прекрасная девушка на свете и приглашала всех к столу отведать лобстеров и мясные закуски. В детстве я часто любовался ею в дедулиной мастерской. И что с ним? Со временем они угасают. Я рыдал весь день, когда потух этот. Но внизу их полно. Сама увидишь, если спустишься, как я, и как когда-то мой дедуля. Что именно произошло там, внизу? Великий поход за трофеями. Повторение пути моего дедули. Под этой постройкой есть огромное помещение, купол, защищенный от песков. Мы построили здесь механизм для удобного подъема и спуска. Замечательная конструкция, плод тяжких... Ясно. И все же, что случилось? Там внизу перед нами предстали сокровища, что нашел дедуля. Всевозможные картины, парящие в воздухе, танцующие дамы, игры и монеты, обещания джекпота. Не знаю, что это, но точно хорошее. Но потом что-то изменилось. Все картины стали морскими. По ним побежали волны и рыбы. Это был будто странный подводный сон. Сон Посейдона. Да. И внезапно раздался ужасный шум. А потом из пола начали бить потоки воды. Значит, вода потекла из пола и все затопило? Затопило вмиг, я такого не видал. Мы рванули на подъемнике наверх, а под нами ударила огромная волна. Пораженный, я не сдался и собрал нырятельные пузыри, первый и второй. Опробовал оба и дважды едва не утонул. Абадунт вне себя. Считает, что я спятил. Но я не могу все бросить. Я почти у цели. Еще немного, и всполохи будут моими. Попробую помочь тебе. Да. Может, ты сможешь? Вы не похожи на обычных трофейщиков. Так мы и правда не трофейщики. Мы выступаем. Вы артисты? Ты же Нора и не знакома с искусством. Мы устраиваем представление по всей жиле. Стэмор рассказывает истории, которые я дополняю разными звуками и фейерверком. А Бадунт, он, ну... Ноет. Заведует прибылью, что способствует вечному нытью. За трофеями мы идем, когда нужны новые для зрелища. Поэтому этот поход настолько важен. Там очень глубоко. Может, я просто нырну? А у тебя есть жабры? Шахта глубиной в полсотни бочек. Азерам только дай что-нибудь бочками измерить. Так вода ведь жидкость. Подходит. Так или иначе, дыхания мне не хватит. Хватит. С новым изобретением. Пойду искать нужные детали. Во второй версии пузыря есть целый баллон сжатого воздуха, но пузырь застрял в шахте. Если ты выплыл живым, то и я смогу туда нырнуть. Хорошо. Остальные детали можно добыть из машин. Стэмур видел статок юга отсюда. Добуду. Тогда возвращайся, когда все найдешь. Удачной охоты.
Ух, чувствуется, это будет интересное приключение. Особенно, когда понадобится это все дело добывать, а потом еще спускаться и изучать там мир подводный. Гостей будет человек 50. Значит, нам нужно... бочек 30 минимум. Темный эль, да? Нет. Тут лучше железный сок. Ты что, планируешь праздник? Готовлюсь к похоронам Морлунда. Все из-за тебя. Я почти убедил его. Еще чуть-чуть. И мы бы бросили всю эту ерунду, но тут пришла ты и подкинула дурацкую идею. Все получится. Я это уже слышал. Я всегда открыт выгодным предложением. Так, и что он может Очень редкий ледяная буря, так все очень редкое. Кстати говоря, громовая перчатка дискомета – это очень интересная штука. Особенно, когда вот этот посередине значок 4698 – это бронебойные снаряды. Ну, было бы неплохо, конечно, приобрести это дело. Так, инструменты у него тут можно... Ага. Много интересного я смотрю. Так, давайте попробуем что-нибудь продать. И потом купить у него вот этот... штуку. 250, ну да, купить как раз таки сможем. Так, громовая перчатка дискомета. Блин, у меня циркулятора бегемота нет. Да ё-моё. Меня ждут дела. Знаешь что? Вот ими и займись. Нытик еще тот, ясно. Ну что же, где там наш этот... Морлунда, стадо должно быть к югу отсюда. К югу отсюда, это то бишь там. Ага, господи, показалось, опять какой-то коршун. Интересно, а что за стадо машин-то мне нужно? Должно было быть здесь. Наверное, машины ушли. Надо бы найти следы. Попробую поискать. Опять 25, не все так просто. Вот это мне нравится. Чем-то поживиться можно. Интересно, сколько торговец за него даст? Ну, тут следов явно нет. Давайте чуточку ниже. Тут что-то видел. Вот, какая-то непонятная хренотень. Туда как-то можно попасть вовнутрь. Что покажет визор? Ну давай. Это прикалываешься. Ну, чё ж ты не хочешь, блин, дальше идти?
Так, попробуем по-идиотски сделать. Да, только мы так смогли сделать. Может, визор что-нибудь засечет? Стадо, короче, машина. Допустим. Так, мы там вроде что-то далеко уже отходим. Ветер усиливается. Не упасть бы. А что, ты реально упасть можешь? Ля, это ж как надо было так заныкать целое стадо. Его потом найти нельзя было. Вот. Следы приведут меня к стаду. Ну, допустим. Отсюда стадо отправилось в путь. Нужно идти по следу в другую сторону. Давай уже, тираннозавр, перейди этот бордюрчик. Песчаная буря. Только этого не хватало. А вот и машины. В них должны быть нужные детали. Так, давайте сразу попробуем. Еще машины. Сперва разберусь с ними. Вот это мы и всех заморозили. Господи, это что за вьетнамские флешбеки тут? Война конкретная. Ну все, надо кончать это дело. Наконец, мембрана у меня. Можно идти дальше. Да, укокушали мы их всех знатно. Коленная пластина. Отлично. Ладно, детали машин я нашла. Осталось забрать баллон сжатого воздуха из пузыря Морлунда. Теперь еще и песчаные вихри. Шикарно. Ну да, погодка здесь вообще. Шик, блеск, красота.
Придется слезть. Машине там делать нечего. Итак, теперь нужно идти на дно. Ну, погнали. Текс. И вот этот баллончик нужно было только взять. Сжатого воздуха нашла. Теперь у меня есть все детали для сборки. Чем могу помочь, коллега? У меня есть все, что нужно для... Волшебной подводной маски. Может, просто подводной маски? Как скажешь. Верстак к твоим услугам. Ну что ж, давайте вообще оружие попробуем. Улучшить что-то можно, да, это хорошо. Так. Ну, давайте рассекающий высокоточный. Превосходно. И еще можно улучшить. Огонь просто. Вот, правда, последний раз улучшить никак вообще. По крайней мере, осадный взрыв прощу можно улучшить. Текс. Вообще нормуля. По одежде, ну, тут никак. И вот она, наша подводная маска. Вот оно. Наше чудо. Если сработает, дашь попробовать? Не терпится нырнуть и достать всполохи. Хорошо, если не утону. А что ты хочешь найти там внизу? Сложно объяснить. Кое-что, что вызвало поломку устройства, которое управляет этим городом. Думаю, это причина потопа. Я думал, это мы причина, что ловушка сработала. Уж не знаю, почему. Я рассказывал. Картинки вокруг нас сменились на морские пейзажи. Была красная вспышка, а потом заревели потоки воды. Стой, красная вспышка? Красный огонь. Рядом с решеткой. На полу, откуда хлынула вода. Как маячок. Сигнал тревоги. Спасибо, я запомню. Надеюсь, поможет. Удачи тебе. Так, глянем, работает ли эта штука. Действительно, давайте посмотрим. Так. Как она вообще включается у нас? Вот это вообще прикольно. Получается, у нас бесконечный теперь запас воздуха. Не, ну это прикольно, ребят. Я думаю, то, что дальше там будет вообще мега интересно. Поэтому... Чтобы было супер интересно, оставим мы это на следующую серию. А пока что всем спасибо, кто смотрел, ставил лайки, комментировал, ну и, конечно же, подписывался. Всем удачи, до новых встреч, пока. Мы наконец-то уйдем из этого клятого места.